7 по 17 июля Красноярская ТЭС проведет плановые ремонтные работы. А это значит, что будет отключена горячая вода. Коснется это жителей Ленинского, Кировского и части Свердловского района, а также поселок Березовка. Проводят ремонтные работы ресурсоснабжающие организации в рамках подготовки к отопительному сезону. За 10 дней рабочие планируют заменить устаревшее оборудование и устранить дефекты после гидравлических испытаний. Поступать горячая вода в квартиры начнет 17 июля.